От одного избавились, отлично. Бежим ко второму. Так, хоть. Ребят, слушайте. Костюм флеша в боях действительно очень крутой. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Твикли, ребята, и мы продолжаем тестировать различные костюмы в игре Майнкрафт. И, дорогие друзья, на протяжении этого видеоролика будут появляться различные буквы, и из этих букв вы должны составить одно слово. Ребят, я уже делал такую вещь в одном из своих видео, поэтому, думаю, вам это не составит труда. Ребят, давайте, пока мы не начали, вы поставите свой лайкосик за 5 секунд. Давайте, ребят, 1, 2, 3, 4... Что ж, ребят, в этом видео мы будем тестировать костюм Кит Флэша. Я, собственно, ребят, устроил голосование в моем прошлом видео. В результатах этого опроса было выявлено, что вы хотите протестировать именно костюм Кит Флэша. Вот, ребят, поэтому сегодня вот он у меня. Я буду его тестировать. Вот, и я кое-что заметил, то что он очень сильно похож на костюм обратного флеша. Вот, посмотрите, они как бы оба желтые, с боков такие вот красные штучки. Вот, ребят, и еще в прошлом видео говорю то, что костюм марсианского охотника будет последним костюмом, который я испытываю в лаборатории, ребята, но у меня есть еще вот это вот одно место, и поэтому это был не последний костюм. Вот. Но, ребят, в любом случае, мы этот костюм сегодня будем тестировать в городе, да, потому что, когда я тестировал костюм вот этого вот персонажа, как его зовут, конкуренты, да. Вот. Когда я его тестировал, я его тестировал именно в городе. И вам эта идея достаточно понравилась. И поэтому, ребят, сегодня я буду тестировать костюм Кит Флэша именно в городе. Так, давайте я его уже принадену, ребята. И он вот так вот у нас смотрится. Вот, посмотрите. Вот, ребят, вот так вот у нас круто смотрится этот костюм. И действительно, у него очень большое сходство с обратным флешем. Вот если так вот даже стать. Вот, посмотрите. Действительно похоже. Да. Не только, ребята, не похоже из-за желтого цвета, но и из-за вот этих вот различных молний красных. То есть само оформление костюма действительно напоминает костюм обратного флеша. Ребят, если вам тоже кажется, то пишите это в комментариях. Так, ну что ж, я уже думаю, то, что нам стоит отправляться в город, и именно в городе мы протестим костюм Кит Флэша. Ну что ж, ребята, погнали. Итак, ребята, я уже в городе, я уже принадел свой замечательный костюм, и сейчас мы включим нашу суперскорость. Кстати, ребята, я тестирую этот костюм в том же городе, что я и тестировал костюм конкурента. Итак, ребят, давайте мы посмотрим на максимальную скорость нашего Кит Флэша. Разгоняемся, и это 200 километров в час. Как вы помните, у обычного флеша это было вроде 250 км в час, насколько я помню, ребят, если я ошибаюсь, то простите, пожалуйста, если я ошибаюсь, ну вот, но, ребят, насколько я помню, то, что у обычного флеша вроде бы, еще раз повторюсь, 250 км в час, ребят, но это не точно, вот. А также, ребят, посмотрите, у нас такие желтые молнии, то есть вот наш костюм такой, и у нас, знаете, такие крутые желтые молнии. Ребят, действительно, молнии мне очень нравятся, они так выглядят очень круто, как у настоящего флеша прям. Так, ребят, давайте еще немного побегаем по городу. И, кстати, ребят, у меня появилась такая идея. То, что, по сути, я ни один костюм из пистеров, которых я уже тестировал, я их не проверял в боях. То есть, ребят, я еще ни разу не дрался в костюмах различных спидстеров. Поэтому, ребят, в этой серии мы будем драться с настоящими бандитами в костюме Кит Флэша. Да, ребят. А также, ребят, я взял костюм Зума. Вот, знаете, почему я его взял? Потому что мне написали в комментариях то, что, типа, в костюмах злых спидстеров можно бегать, ребята, по стенам. Это мы также сегодня проверим. Давайте прямо сейчас, кстати, проверим. Так, нужно снять, наверное, вот этот костюм. Также, ребят, у нас голод, сейчас нужно немного поесть. Так, ребят, делаю немножечко еды, так, мы сейчас поедим. Так, еду сложим сюда. И сейчас мы наденем костюм Зума. Вот так вот он, ребят, выглядит, конечно, намного круче, чем костюм Кит Флэша. И проверим, можно ли бежать, ребята, по стенам. Так, давайте выберем какой-то домик. Вот, к примеру, вот с этой вот стеной. Да, можно здесь? Наверное, да, думаю, можно. И попробуем, ребята, побежать. Итак, ребята, давайте на счет 3. Раз, два, три. И что-то у меня не очень получается. Ну-ка, давайте мы включим всю нашу скорость. Так, и попробуем еще раз. Что-то, ребят, я не знаю. Может, я что-то не так делаю, потому что что-то у меня это вообще не получается, ребят. По стенам бежать что-то не могу, ребят. Я, наверное, что-то не так делаю. Вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что я делаю не так. И как мне, ребят, бегать по стенам, потому что что-то по стенам я бегать вообще не могу. Может, мне нужен тахионный ускоритель, ребят, я не знаю. Но, в общем-то, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, что мне нужно для того, чтобы бегать по стенам. С костюмом, ребята, Зума никто не сравнится.
Даже костюм, наверное, обратно флеша будет похуже, чем костюм Зума, потому что костюм Зума мне очень нравится, он реально самый крутой. Но сегодня, ребят, как вы помните, я обозреваю костюм Кит Флэша, поэтому давайте мы его наденем. Так, ну у него, конечно, скорость не такая большая, как у Зума. Давайте включим еще одну способность, это замедление времени. Вот замедление времени, ребят, действительно очень топовая способность. Вот можно вот так вот делать. Даже когда мы скорость включаем, вот так вот все у нас замедлено, можем просто контролировать всю ситуацию, потом так включать скорость и бежать, ребят, просто... Офигенно. Так, как я вам говорил, ребята, я буду сегодня тестировать этот костюм в боях. То есть я найду настоящих, ребят, бандитов, и мы будем драться, ребята, с настоящими бандитами, ребята. Думаю, это будет действительно очень круто. Я надеюсь, что вы уже поставили свой лайк. Если нет, то, ребят, прямо сейчас ставьте лайк, потому что, ну, как бы я рискую своим здоровьем. Я буду драться с настоящими бандитами, хоть и... В костюме, ребята, супергероя, но все же это достаточно опасно. Вот если бы у меня был, конечно же, костюм марсианского охотника, то я бы с ним без проблем справился. А вот в костюме Кит Флэша, ребят, ну не знаю, не знаю. Ладно, давайте попробуем. Сейчас немного побегаю, поищу, может, какие-то ограбления. Есть, ребят, может, какие-то опасные группировки в этом городе. И тогда, ребята, мы продолжим. Так, ребят, как я и подозревал, у нас тут полная жесть творится в этом городе. Вот почему здесь вообще жителей не видно, ребят. Вот, смотрите, там какие-то бандиты. У них есть алмазы и настоящий танк, ребят. Я просто офигел, когда их увидел. И, ребят, сейчас я быстренько должен включить суперскорость, потому что, посмотрите, просто они могут меня сейчас убить. Так, включаю суперскорость, ребята, и там их достаточно много. Так, замедление времени тоже. И просто, ребят, сейчас прыгну на этот фонарь. Долечу, нет, не долетаю, ребят. Надеюсь, я не разобьюсь. Ой, ребят, больно. Так, 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 так. Вот, в общем-то, они в меня уже начали палить, ребята. И поэтому давайте мы быстренько... Ой, ты, ё-моё. Так, опа, вот так вот сделаем. Так, они так по мне не будут попадать. Так вот, хыть-хыть-хыть-хыть. Так, и нужно, ребят, как-то разобраться с одним вот этим вот военным. Так, ой, не военным, точнее, бандитом. Так, ребят, подбегаем. Тихо-тихо-тихо, как он в меня попадает? Так, хыть-хыть-хыть. Так вот, опа, замедляем время. Вот так вот, хыть. Отлично, надеюсь, он мне не попадет. Черт, попал. Ладно. Замедляем время и мочь, 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 мочь его, ребят, так, получай, получай, получай. Так, 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 так. От одного, ребят, от одного избавились, отлично. Бежим ко второму, так, хоть, 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 хоть. Ребят, слушайте, костюм Флэша в боях действительно очень крутой. Посмотрите, мы просто раскидываем всех военных. Ой, точнее, не военных, бандитов, ребят, просто смотрите, мы всех бандитов раскидываем. Просто жесть, смотрите, одного убили, еще одного вот это вот. Они почему-то в каких-то масках, наверное, ребята, они готовили ограбление. Именно какой-то газовый, что ли. Они, наверное, хотели пустить газ в этот банк. Ребят, кстати, это банк. Так что, видите, тут еще много этих военных. Ой, не военных, а бандитов. Они хотели ограбить банк, ребят. Но мы их останавливаем пока что. Так, они в меня не попадают, так попали. Хорошо, ускоряемся, ускоряемся. Так, хопа, заходим за спину. Мочим просто, ребят, отлично. Еще к одному, перемещаемся быстренько. Опа, 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 опа. Опа. Перемещаемся на другой бок, еще бьем. Так, хыть-хыть-хыть-хыть. Теперь бежим к тому дальнему. Так, нет, здесь никого дальнего нет. Хорошо, ускоряемся. Остановим время. Ой-ой-ой-ой. Ой, ребят, отключили способности. Так, 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 так. Осторожно, так, хыть. Так, тихо-тихо-тихо. Так, хыть-хыть-хыть-хыть. Так, он даже не успевает среагировать, ребят, где я нахожусь. Так, его забиваем. Оставляем в воздухе. Бежим ко второму. Начинаем бить этого. Так, этот приземлюсь уже. Так, еще начинаем бить. Так, хыть. Отлично, ребят, мы его вырубили еще вот этого. Да, ребят, отлично. Так, еще вроде внутри здания, ребят, остались плохие ребята. Так, вот этот хыть, так, хыть-хыть-хыть. Отлично, ребята, оббежали его. Так, забиваем, забиваем, забиваем. Получай, 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 получай. Получай, получай, получай. Хыть, все, ребят. Все, ребят, мы вроде всех очистили. Вроде, ребята, задание выполнено. Так, отключаем суперскорость. Так, танк. В танке вроде никого нет, да? Да, ребят, в танке никого нет, это хорошо. Ребят, слушай, у нас получилось остановить ограбление. Ребят, у нас получилось остановить само ограбление. Просто офигеть, ребят, эти алмазы нужно, наверное, отнести потом обратно в банк, ребят. Слушайте, просто офигеть. Так, сейчас, наверное, нужно вызывать полицию. Смотрите, ребят, на улицах города просто никого. Этот город терроризирует все эти военные. Вот, ребят, откуда они приходят в нашу деревню. Именно, наверное, с этого города. Потому что, ребят, ну откуда они еще могут браться? Слушайте, ребят, это реально какой-то криминальный город. Я просто офигеваю. Ладно, ребят, думаю, на этом все. С вами был, ребят, я Твикли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также, ребят, не забывайте писать в комментариях слово, которое было загадано в этом выпуске, ребят. Ну и пишите новые идеи для моих видеороликов. Мне будет, ребят, очень интересно почитать. Что ж, на этом все. Я не прощаюсь, ребята, говорю вам до новых встреч, друзья.